Чемпионат WorldSkills Russia – это площадка по подготовке специалистов, которые будут работать на современных производствах. Здесь отвечают на вопрос, какими должны быть рабочие и какими навыками обладать. В современном мире новые технологии появляются с завидной быстротой, что ведет за собой смену как облика профессии, так и требований к ней. Движение WorldSkills возникло с целью совершенствования навыков в рабочих профессиях. И, конечно, сегодня такой чемпионат необходим, потому что экономике страны востребованы не только головы, то есть интеллектуальный потенциал, но и золотые руки. По-настоящему золотыми руками могут похвастаться будущие профессионалы по деревообработке. Их изделия уже сейчас поражают воображение. Например, роза из дерева или деревянный чехол для современного смартфона. Здесь и творческий склад, и в то же время какой-то инженерный какой-то склад. То есть все вот это вместе, это очень интересно. То есть постоянно, здесь невозможно остановиться вообще. Сшить женский жакет всего за 8 часов – такое задание на площадке моды и дизайна. Среди тех, кто по-настоящему любит выбранную профессию – Наталья Коршунова. Она будущий модельер, а участие в чемпионате даст возможность продолжить учебу и получить высшее образование. Я вообще с детства очень мечтала быть портным, у меня мама мечтала быть портным, и как бы мне хотелось ее мечту осуществить. То есть многие говорят, что вот пожелание мамы, я такая, нет, я пожелание своему. Я очень давно шью, но именно как правильно шить меня научили в техническом колледже. Самые юные участники чемпионата – любители электроники и робототехники. Площадка для юных инженеров разместилась в Рязанском кванториуме. Сейчас техническое творчество и вообще техника – все достаточно передовое. И кванториум – это скопление такого оборудования. Вот. Плюс, конечно же, интерес подростков, молодежи к этому очень большой. Не в каждой школе, да, есть подобные вещи. И прийти попробовать, естественно… Только у нас можно. Осмотрел выставку достижений молодых умельцев губернатор Николай Любимов. Ему студенты строительного колледжа подарили каску и мастерок. Эти рукавицы вам в помощь. 100 участников, 17 компетенций, напряженные состязания и заслуженные победы. На протяжении нескольких дней ребята будут демонстрировать мастерство в строительстве, информационных технологиях, дизайне, промышленном производстве и даже геодезии. Соревнуясь друг с другом, именно в профессиональном умениях и навыках ребята чувствуют себя более уверенно по жизни. Здесь на чемпионате присутствуют работодатели, которые присматривают себе будущих работников. И нужно сказать, что представители вот промышленных предприятий, они с удивлением узнают иногда о том, что умеют наши ребята. Сварщики, механики, парикмахеры, кондитеры – все конкурсанты уже сейчас готовые специалисты в своих профессиях. Выберут лучших. Те, кто наберет больше всего баллов, представят Рязанскую область в финале национального чемпионата, который пройдет в Москве. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».